На часах 20:30 эфир Первого Приднестровского продолжает КЭП. Добрый вечер. Начнем с главного спортивного события дня. В эти минуты на малой арене спорткомплекса «Наш Шериф» принимает чемпиона Армении команду «Алашкир». Стартовый свисток прозвучал полчаса назад. Это ответный матч второго раунда Лиги чемпионов. Игра в Ереване завершилась победой желто-черных. Сейчас решающий матч. На кону выход в третий отборочный раунд. Позже расскажем, чем завершится первый тайм, а пока о командах перед стартом. Шериф и Алашкерт в Еврокубках раньше не встречались. Это их первое противостояние в Лиге чемпионов. Матч в Ереване завершился победой тираспольского клуба. Счет 1-0. Победный гол за Луванором. Ну, знаете, когда начинаешь обороняться, это хуже всего. Потому что любая допущенная ошибка может привести к тому, что потом не сможешь перестроиться. Нужно играть ту игру, которую мы тренируем, ту игру, которую мы умеем играть. Ту же игру, которую показали там, поэтому от своих принципов мы отходить не будем. А это уже предматчевая тренировка желто-черных. Футболисты «Шерифа» смотрятся как лидеры. Победа в Армении придает нашему клубу легкую уверенность. В ответном матче в Тирасполе формально можно и в ничью сыграть, но команда заряжена только на победу. Давайте мы думать об игре и о победе. Не надо думать, куда и что мы уже попали, не попали. Нужно двигаться дальше. Мы думаем только об игре, о том, чтобы мы должны выходить, играть и побеждать. Наставник «Шерифа» признается, дома планирует играть, как в Ереване. Быстрые атаки и прессинг. Тактика, которая застала врасплох клуб из Армении. Гости оценивают шансы в тираспольском матче. Мы считаем, что «Шериф» – организованная хорошая команда, о которой мы знали, и армянские клубы тоже играли против «Шерифа». Говорить о соотношении сил перед ответной игрой в процентном соотношении не хочется. Все покажет матч. Прямо сейчас, в эти минуты, решается судьба путевки в третий отборочный раунд Лиги чемпионов – «Шериф» или «Алашкерт». Кто пробьется в следующий этап, ответ узнаем через 60 минут игрового времени. А еще сегодня станет известно имя следующего соперника «Шерифа» в Еврокубках. Это будет «Кайрат» из Казахстана или «Цервена Звезда» из Сербии. Поединок в Белграде стартует в 21:30.